Анна Ахматова. «Сказка о черном кольце». Мне от бабушки-татарки были редкостью подарки. И зачем я крещена, горько гневалась она, а пред смертью подобрела и впервые пожалела и вздохнула. Ах, года, вот ты, внучка, молода. И, простивши нрав мой вздорный, завещала перстень черный. Так сказала: он по ней, с ним ей будет веселей. Я друзьям моим сказала: горя много, счастья мало. И ушла, закрыв лицо. Потеряла я кольцо. И друзья мои сказали: мы кольцо везде искали, возле моря, на песке, меж сосен на лужке. И догнав меня в аллее, тот, кто был других смелее, уговаривал меня подождать до склона дня. Я совету удивилась и на друга рассердилась, что глаза его нежны. И на что вы мне нужны? Только можете смеяться, друг пред другом похваляться, да цветы сюда носить. Всем велела уходить. И, придя в свою светлицу, застонала хищной птицей, повалилась на кровать сотый раз припоминать, как за ужином сидела, в очи темные глядела, как не ела, не пила и у дубового стола, как под скатерью узорной протянула перстень черный, как взглянул в мое лицо, встал и вышел на крыльцо. Не придут ко мне с находкой, далеко над быстрой лодкой залили небеса, забелели паруса.